Добрый день. Представляю ваше внимание лот номер 9, Little House Hold, вес мешка 7,650, постельное белье, метод домашнего обихода. Просто по составу 100% полиэстер, на резинке размер 180 на 200, в темно-синем цвете. Простынь на резинке в темно-зеленом цвете. По составу она у нас будет 60 хлопок, 40 полиэстер, односпальная. Простынь на резинке в белом цвете. По составу 98 хлопок, 2 эластана, 140 на 200 по лопаткам. Наволочка 50 на 80. Наволочка 60 на 60. Одеяльник, он у нас идет в виде бутылки. По составу 100% хлопок. Размер 240 на 200. В виде бутылки у нас выполнен вот этот хвостик, горлышко, так сказать, засовывается под матрас и тем самым одеяло не падает. К этому подъяльнику у нас тут две наволочки, размер 60 на 60. Скатерть. По составу 100% полиэстер. Сложена она у нас в несколько раз. Пододеяльник на молнии. По составу 100% хлопок. Полутораспальный. Приятный на ощупь. Детские комплекты. Их у нас будет 4 штуки. По составу 60 на 40. Поддеяльник 90-130. По составу 100% хлопок. На 40. Пододеяльник 60 на 120. Сделан в виде бутылки. Вот это у нас хвостик засовывается под матрас, и тем самым одеяло не падает. Ножки у ребенка будут в тепле. Поддеяльник 60 на 120, тоже сделан в виде бутылки. По составу 100% хлопок. Поддеяльник 60 на 120 сделан также в виде бутылки.
одеяльник полутораспальный. Также сделан в виде бутылки. Здесь у нас надпись Marvel. Наволочка 60 на 60. По составу 100% хлопок. Все подробности о лоте в описании под видео.